нас есть несколько минут, чтобы выехать, навестись, произвести пуск. Машина заезжает на стартовую позицию, наводится и происходит пуск. После пуска у нас есть 2 минуты, чтобы свернуться и оставить пуск. Приходится менять стартовые позиции почти каждый раз. Приходится заново наводиться, заново привязываться. Местность каждый раз меняется, и это тоже является спецификой нашей работы. Поддерживаем друг друга, помогаем и словом, и самое главное делом.